Отдельно стоит отметить тройку Дергачева, где играет также Моисеев и Семин. Они пока что наиболее активно и опасно действовали у ворот Шарыченкова. Да, несколько позиционных атак с их участием мы видели уже вот в этом первом периоде. Даугавич, какой пас! И момент, гол! Джастин Денфорд забивает. Но он такие, конечно, моменты, я думаю, 9 из 10 кладет. Мы отмечаем передачу от Даугавича. Денфорд сумел ее принять в районе синей линии соперника и убежал один на один против Шарыченкова. Смотрим, вот эта передача, вот этот прием. И бросок оказался прямо над плечом голкипера ЦСКА.